О, боги! Там человек 20. Но Хьялмара нет. Какая кладовка, такие мыши. Много старых следов. Великан, должно быть, часто туда ходил. Thank you.
определенно шел туда.
хорошо знаешь остров? Я никогда раньше здесь не был. Скажем так, я небольшой друг клана Тордорох. На самом деле, на Артскеллиге их вообще не особенно любят. Пойдем.
Фолан? Я был уверен, что ты погиб. Куда ты подевался? Керис поплыла на Спикер-Рок. Одна. А ты не мог подождать. Сорвался в поход, будто боялся, что кто-то украдет этого великана. Керис претендует на корону? Если бы ты об этом знал, отправился бы с ней, так ведь? У меня, по крайней мере, был бы выбор. Подожди. Я еще не поблагодарил тебя, Геральт из Ривии. Я всегда буду помнить, что ты пришел ко мне на выручку. Ты знаешь меня? Скальды поют о тебе песни. Ну и отец мне рассказывал о твоих приключениях, когда я был маленький. Он говорил, не надо быть ведьмаком, чтобы стать героем. Для парня со Скеллиги есть свои эликсиры. Соленый ветер и холодная вода. Значит, та песня о ведьмаке и чародейке о тебе, Геральт? Ну да. Где остатки твоей дружины? По дороге сюда мы пробивались через стаю сирен. После боя на озере осталась только горстка людей. А сейчас вообще всего трое. Лейфу здорово досталось. Надо бы его перевязать. Он умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он мертв. Я в этих вещах понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Ты идешь со мной? Глупый вопрос. Геральт, присоединяйся к нам. Идем. Шире шаг. Вижу, тебе прям не терпится. Говорю тебе, это огромный выродок. Вот и отлично. Я буду ждать у входа в пещеру. Я хочу убедиться, что этот чокнутый не полезет на великана в одиночку.
Ага. Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду. Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Личная она где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да. И поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Подходи к нему! Он мой! Выпусти меня! Скорей! Заткни Хайлу. Когда я сидел в котле у троллей, то даже не мяукнул. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага. Но сперва убью его.
знал, что мы его завалим. Ах, и уебан ты, Вигги. О, а где остальные? Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Ялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани.
Гляди, дружина! Белоголовый вернулся! С чем пришел? Я убил великана. Ты? Вся моя дружина с ним не справилась. Слыхали, ребята? И не стыдно вам? Чем болтать сам с собой, собирайся лучше со мной на Артскеллиг. Там укрылись твои люди. Ты все еще главный над ними. Мои люди? Ну да, теперь они могут возвращаться. Эй, дружина, поднажми! Нужно заканчивать работу. Славная выйдет посудина. Ты возвращаешься на Артскеллиг? Да. В конце концов, мне же надо короноваться. Я убил великана, освободил Ундвик и потерял всю дружину. Может, стоило идти одному, как Керис? Ты жалеешь, что затеял этот поход? Теперь это не имеет значения. Великан мертв. Люди с Ундвика могут вернуться домой. А что Керис? Уже вернулась? Да, ей повезло на Спикероге. Она постоянно со мной состязается. Но раньше всегда побеждал я. Ну, мне пора в путь. Бывай, Геральт. Спасибо за помощь. Бывай, Энкрайт.
Гляди. Мне пора. Будь здоров.